На сегодняшний день многофункциональные центры прочно вошли в жизнь жителей Тамбовской области. Ведь благодаря им можно получить практически все государственные услуги, в том числе и касающиеся владения недвижимостью в одном месте. Данный вид взаимодействия с органами власти позволяет существенно сэкономить время заявителя, которое ранее тратилось на общение с государственными ведомствами и инстанциями. Всего на территории Тамбовской области функционирует 24 многофункциональных центра и 170 территориально обособленных структурных подразделений, в которых предоставляются услуги Росреестра. Многофункциональные центры значительно упрощают получение государственных услуг для граждан благодаря своему удобному расположению, большому количеству окон приема выдачи документов, позволяющему максимально сократить ожидания заявителя в очереди. Удобному графику работы МФЦ работают 6 дней в неделю, включая субботу, и наличию консультантов, которые готовы ответить на все возникающие вопросы. Сотрудники МФЦ обучены специалистами кадастровой палаты всем необходимым теоретическим и практическим основам оказания государственных услуг Росреестра. Для достижения качества получения услуг Росреестра между филиалом и МФЦ налажено тесное взаимодействие, на постоянной основе проводится работа по повышению квалификации сотрудников МФЦ. Проходят обучающие семинары. В Тамбовском МФЦ создан специальный учебный центр. Ежемесячно филиалом осуществляется мониторинг работы универсальных специалистов, результаты которого доводятся в МФЦ для анализа и учета в дальнейшей работе. Обращаем внимание на то, что работники МФЦ только принимают документы на оказание государственных услуг, а решение об осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав принимают государственные регистраторы Управления Росреестра по Тамбовской области. Выдача документов по результатам оказания государственных услуг Росреестра осуществляется по месту предоставления документов, то есть в том же офисе МФЦ, где вы их и подавали.